Многие обращали внимание в последних съемках, что в кадре появляется этот ноутбук Acer. Наверное, интересно, что с ним? Так я вам расскажу. Это ноутбук после ремонта мастера по газете. Мастер по газете взял 1000 рублей за ремонт корпуса, разъема и петли. Что он сделал? Он взял и просто паяльником напаял сколы этого крепления петли и крепежа ноутбука. За это за все он взял 1000 рублей. Первое, что я сделал, восстановил крепеж этого разъема, сам разъем, и закрепил с помощью своего любимого клея его в корпусе. Но самое неприятное оказалось вот это вот техническое исполнение производителем, когда петля корпуса вплотную садится с контактами этого разъема. Соответственно, это крайне опасно, и придется дорабатывать либо эту петлю, либо, значит, делать какую-то второпластовую прокладку и, соответственно, восстанавливать весь этот пластиковый расколотый каркас.